В республике Татарстан на аэродроме Куркачи Высокогорского района прошел 49-й открытый чемпионат России по вертолетному спорту. В течение трех дней 26 экипажей соревновались за звание чемпионов России по четырем дисциплинам – навигация, полет на точность, развозка грузов и слалом. В борьбу за медали впервые вступила команда авиационного отряда специального назначения МВД по Республике Татарстан. Наша авиация органов внутренних дел принимает участие в 49-м открытом чемпионате России по вертолетному спорту. Наша команда, от нашей авиации выставляются две команды от авиационного отряда Республики Татарстан. Те командиры, которые принимали участие вот сейчас, уже как летчики-инструктора могут показать своему летному составу те или иные упражнения в точности и качество пилотирования. Участники соревнований выступали на российских вертолетах Ми-2, К-26, а также на зарубежных Робинсон-44. По итогам состязаний команда МВД по Республике Татарстан была удостоена специальной награды «За волю к победе». В завершающий день чемпионата России на площадке состоялись настоящие вертолетные гонки, захватывающие состязания сильнейших экипажей на скорость и точность полетов. На празднике с показательными полетами выступили мастера по вертолетному фристайлу, пилоты самолетов Як-52 и парашютисты.